«Единая Россия» в честь своего 20-летия запустила новый проект «Партия в лицах», который рассказывает об интересных и выдающихся партийцах, в их числе заслуженный работник здравоохранения Московской области, главный врач Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, член партии «Единая Россия» Мария Тагирова. Мария Анатольевна начинала свой профессиональный путь в качестве врача-терапевта городской клинической больницы в Иваново. С 2005 года работает в медучреждениях Звенигорода. В апреле 2020 года была назначена главным врачом клинического центра восстановительной медицины и реабилитации. Тогда на его базе открылся первый в Подмосковье перепрофилированный стационар для пациентов с коронавирусом. Врачи центра сразу вступили в борьбу с пандемией. В 2020 году Мария Тагирова прошла дополнительное профессиональное обучение, в том числе по программе «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19».